Своим уникальным исследованием в области краеведения, некрополистики, истории и фортификации Иван Чайчиц посвящает все свободное от работы время. Даже находясь на карантине, с головой погрузился в изучение периода Первой мировой войны, обороны и эвакуации крепости Брест-Литовск. Это виртуальное путешествие оказалось настолько увлекательным, что своими открытиями он решил поделиться с читателями. На страницах новой книги «Брест-Литовск. 1915-1918 годы». Территории современной Республики Беларусь, не побоюсь этого слова, Брест больше всех пострадал в период Первой мировой войны. То есть он был разграблен, сожжен, уничтожен, и в течение 3 лет здесь не было мирной жизни. То есть брестчан в городе не было, всех выселили. Вот. И об этом идет речь, что этому предшествовало, как так получилось. И самое главное, основной документ, от которого, ну, грубо говоря, все и отталкивается, кто это приказал сделать. И на основании чего он вынес такой вот страшный вердикт нашему городу, именно идет такая вот фраза «уничтожить Брест». Материалы были собраны в рекордные 9 дней. Для работы над книгой автор использовал открытые источники, документы из архива Брестской области, а также редкие ценные фотографии из нескольких частных коллекций. После систематизации, внесения правок и доработки, издание вышло ограниченным тиражом 220 экземпляров, большая часть из которых была мгновенно раскуплена. По традиции автор провел презентацию книги, на которой приоткрыл завесу тайны. Я понял, что все эти документы я вижу впервые, но значит их тоже никто не видел, поскольку информация нигде не проскальзывала. И на основании того, что есть потрясающие фотографии, которые либо подтверждают, либо опровергают то, что написано в этих документах, вот это и послужило отправной точкой, чтобы сделать вот такое издание. На самом деле фактов о 15-18 год, о Первой мировой войне вообще не так уж и много. И всегда эта тема была интересна, узнать, что же было в то время. А тем более эта книга повествование о самом городе, о самом Бресте. И было интересно мне еще это тем, что в крепости в 1939 году стояли войска моего деда. И само творчество Ивана, такого живого человека, который повествует довольно-таки легко, интересно. И все его мысли, все его вот эти расследования, они так легко укладываются в памяти, что я надеюсь, что это останется навсегда и будет передано дальше. Исследования истории и творчества автора неизменно вызывают повышенный интерес, а потому руководство Брестской центральной городской библиотеки имени Пушкина предложило ему провести цикл встреч в течение года в рамках проекта «Брест Ивана Чайчица». История, как показывает практика, хранит еще очень много секретов, которые не раскрыты. Фотографии будут уникальны, будут представлены уникальные документы. Иван работает в архивах, то есть вся информация подтверждена документально, что очень важно, не голословно. И мы хотим, чтобы больше людей узнали с помощью нас о интересных людях, которые живут в нашем городе, которые занимаются важным делом, занимаются по велению сердца. А это самое важное, когда человек занимается чем-то искренне, это всегда приносит результаты и плоды интересные и видны. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания «БукТВ».